другим темам. Лучевая диагностика заболеваний органов дыхания на повестке дня. Сегодня проблему обсуждали врачи из разных регионов страны. Специалисты отмечают, в рентгенодиагностике эпоха цифровых технологий, революционные изменения и в компьютерной томографии. У нас впереди это, конечно, гибридные технологии, это внедрение радионуклидных методов исследования, таких как позитронно-эмиссионная томография, что придет в клиническую практику через несколько лет и, конечно, будет иметь очень большой эффект для повышения эффективности диагностики и лечения. Туберкулез, пневмония, рак легкого, заболевания важно выявлять на ранней стадии. Особенно это касается детей и еще одной категории пациентов – ВИЧ-инфицированных. В Новосибирске на конференции врачи обменяются опытом, узнают больше о новых методиках, разберут клинические случаи, примут участие в мастер-классах. Медики говорят, все условия для работы на местах есть. Важно уметь применить знания на практике. Уровень оборудования в нашей области соответствует уровню оборудования в стране. У нас достаточное количество хорошей техники, которая позволяет получать всю необходимую информацию. И не всегда, к сожалению, хватает квалифицированных врачей. Это мероприятие позволит нам частично снивелировать это неравенство.